В регионе снизился процент смертности молодых людей в возрасте до 40 лет от инсульта. Вместе с тем наблюдается рост летальных исходов из-за проблем с сердцем у тех, кому за 80. Доля сердечников на каждые 100 тысяч человек в Самарской области чуть более 300. Такие данные во Всемирный день борьбы с инсультом озвучили на пресс-конференции самарские кардиологи. Я вам должна сказать, что заболеваемость на территории Самарской области, она гораздо ниже, чем на территории других областей. И, естественно, смертность. Внедрены все новейшие технологии, которые необходимы для лечения инсультов. Это, например, вот многие читают литературу, это тромболизис. Новейшие технологии в области применяются и при лечении инсультов. Признаками заболевания служат асимметрия лица, неловкость в движениях, рук и ног, нарушение речи. Чтобы не доводить до госпитализации, медики советуют минимум 20 минут в день посвятить ходьбе и не менее 2 раз в неделю посещать физкультурно-оздоровительные комплексы. Важно также не злоупотреблять обезболивающими, антибиотиками и противозачаточными таблетками.